Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей. Сегодня мы будем красить волосы. Так как вы видите, после родов у меня отросли уже свои волосы вот настолько. Вот этот момент это я красила, это я делала балаяж. Я затемняла сама себе корни волос перед родами, перед беременностью своей. И потом у меня отросло. В общем, получилось вот так. В принципе, ничего, да? Но так как я человек непостоянный, я не люблю одно и то же. Я уже хочу быть блондинкой, потому что мой любимый тоже любит блондинку. Но я не хочу просто покраситься. А так как я люблю экспериментировать, я хочу попробовать сделать себе, знаете, сделать протяжку самой. Белые пряди здесь. Я для этого купила красочку, вот такую вот Estelle Deluxe в номере 116, так как мне сказали, что это холодный такой цвет, а у меня как раз вроде как холодный. Это, в общем, мне подобрали краску для осветления там. И на девяточке вот на такой вот, на окислителе это, по-моему. В общем, то, что я хочу, чтобы получилось, я вам покажу. Абсолютно я не знаю, получится у меня или нет, но в любом случае я не против стать снова блондинкой, покраситься в белый цвет, снова краситься, да, либо пойти в салон и чтобы мне все это сделали. Но для начала я хочу поэкспериментировать, а вдруг у меня получится самой, это же будет вообще круто, и тогда многие люди, кто не может позволить себе сходить в салон, тоже сможет это сделать. На самом деле не видела я ни одного видео, чтобы это сделали в домашних условиях, у меня есть несколько идей, и я покажу сейчас, что я вам буду делать. Для начала я развожу краску. Один к одному. Такой запах ужасный просто. В общем, способом я буду делать своим. Просто у меня идея в голове. Что если брать пряди и просто расческой расчесывать, а не красить, допустим, кисточкой. В общем, посмотрите, как я это буду делать. И посмотрим, что у нас выйдет из этого. Сама не знаю, что будет. Начну сзади. Ой, я как затею что-нибудь, самой смешно становится. Короче, девчонки, я тут уже всеми способами, короче, себе измазала. В общем, сделала реально черти что, и я уже думаю, что это будет конкретный ужас. Посмеемся вместе вообще, что это мне в голову ударила моча, решила сама покрасить. Ну блин, я ни разу не пробовала, я вот хочу узнать. Ну буду знать, и будете знать вы, что лучше отдаться профессионалу. Так что ждем 40 минут. В общем, я посушилась, вот мой хороший результат. Короче, никакого результата, и слава богу, что это все не было белым, прям не высветлилось все белым, потому что это были бы ужасные пятна. То есть, ну смотрите, она высветлила, да? Видите, да? У меня посветлее стало. Ну, короче, то, что я хотела с общей картинкой, вообще ничего нет общего. Даже вот здесь вот пятном видно, да? Светлое, здесь какое-то темное, вот опять мои. В общем, понятно, эксперимент не удался. И мы будем идти в салон. Пойду в салон, там, где делала Олаплекс, и пусть мне сделают хорошо еще и структуру волос восстановят. В общем, сниму вам, как пойду туда, и пусть мне нормально сделают, вытянут красивый блонд. А я потом похвастаюсь с вами. И как вы помните, я недавно красилась, и у меня непонятно вообще, что ничего, короче, не изменилось толком. Вот легкие какие-то непонятные пятна появились. Я красилась Estelle Deluxe номером 116. Ничего не изменилось.
Потом я решила пойти по салонам, насколько вы помните. Я вообще, короче, я походила по салонам, и они мне говорят, что нужно вытравлять волосы. А вот эти, вот этот белый цвет, он не вытравлен у меня. Это все было вот такой краской. Вот, мусс. Шварцкопф. Перфект мусс, осветлитель. И все было классно, это мягкий осветлитель. Вот эти волосы, это на мои были. И я думаю, нафига мне сейчас будут перегидролить все это, в общем, какими-то порошками высветлять. Потом они еще не знают, что получится в итоге, они будут сверху тонировать. Я не хочу так портить свои волосы. Не знаю, хотя может эта краска тоже какая-нибудь, знаете, которая портит волосы. Но мне мои волосы после нее нравятся, и я не хочу осветлителей жестких каких-то. Короче, я сходила в один салон, в другой салон, в третий, уже даже куда-то записалась, и в итоге решила, что не пойду никуда, и я все-таки попробую еще раз покрасить вот этой краской теперь. В общем, суть в чем? Я не буду ничего стараться делать. А, суть в чем, что я хочу? Вы же не знаете, что я хочу. Я хочу, чтобы у меня еще остались мои темные корни. И плавный переход, чтобы был в белый, но уже повыше. То есть у меня белый где-то вот здесь, да, уже остался. А я хочу повыше, чтобы как бы оказалась блондинкой, но еще не совсем блондинкой. Потому что я могу всегда закраситься в белый цвет. Короче, сейчас я буду просто брать пряди, да, и вот отсюда где-то красить, а потом расчесочкой попробую все это сравнять. Ну и посмотрим, что будет. Проявляющая эмульсия, осветляющий гель, и все это потом будет вот в такой штучке. Здесь же идут перчаточки и маска. Ну, приступим. Ну вот, я, в принципе, покрасила, чтобы вы поняли, что я сделала. Вот я каждую прядь подняла наверх, вот так вот, и прокрасила ее вот так вот. Вам покажу даже. Мне уже тут осталось мало. Ну вот, вот так вот я прокрасила. Вот они все у меня зачесаны наверх, видите, ровненько. Потом я вот так их, значит, все подняла. И еще раз остатками своими уже прошлась. Вот так вот. В общем, старалась, чтобы все было равномерно со всех сторон. В общем, надеюсь, все прокрашено. Дальше я их распускаю для того, чтобы как бы белое там не заходило на черное. Вот так. И буду ждать так вот час, наверное, посижу, чтобы схватилось более-менее. Ну и посмотрим, что получится на этот раз. Итак, мои хорошие, я посушилась. Вот что у меня вышло. И, честно говоря, я не пойму, у меня посветлели волосы или нет. Наверное, надо сравнивать. Но я вижу погрешности, может быть, от того, что в прошлый раз я красила. Вы видите, у меня какой-то трехцветие. Здесь вот один цвет, здесь вот плавный, вот здесь вот пятно какое-то. Здесь, ну, это корни, то, что я не красила. Короче, непонятно. Вот сзади. Я не знаю, что мне делать. Я вообще записана в салон, короче, я завтра отпишусь от этого салона. Я не знаю, либо я еще раз сама покрашу, я удивлена, потому что это краска, которой я всегда поднимала свои корни. Но у меня уже вот столько моих отросло, посмотрите, оно как-то и не взялось. А как я красила тогда?
когда у меня были вот такие волосы. И брала эту краску, красила корни, и все, и не было разницы. Что это за фигня какая-то? Я не понимаю. Странно. Ну, в общем, вот что получилось. Я, короче, высветляюсь потихонечку. Наверное, буду это делать сама, а может быть, все-таки решусь пойти в салон. Хотя я не хочу сильно портить волосы свои. Поэтому буду держать вас в курсе, что я делаю со своими волосами. И посмотрите, когда я добьюсь того, что я именно хочу, я буду счастлива. Итак, если понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Мы с вами увидимся в следующем видео.